Всем привет! Вы на канале Лена Арт, и сегодня я со своими доченьками хотела бы сделать лизун для их ни одной подружки. Не лизун, а это как слайм. Слайм, да? Для этого нам понадобятся тарелочки, так, пена для бритья, тетраборат натрия, гель для душа. А это такой серьезный. Так. Красители. Мы делаем первый раз это, да? Давай, Настенька, ты начинаешь. Мы еще не знаем, сколько что получится. Да, и мы потом вам напишем в описании рецепты, у кого сколько, сколько кто что добавлял. Так, Настенька добавила вот столько. Еще. Теперь я. Мне кажется, нам не хватит. Нет, там много пены. Так. Вот столько я добавила. На. Ты ее потряси. Ладно, сука. Сейчас слежу. Тетраборат натрия можно приобрести в аптеке. Вот столько хватит? Да, он стоит 15 рублей. Так. Вот, снежок вернулся в кадр. Берем ложечку. Настенька. Столовую. Сколько нужно добавлять? Чайную вам нужно, кажется. Ну давай столовую. Мы посмотрим, что у нас получится. Это такой челлендж. У кого лучше получится? Три столовых ложки. Вот на такую мисочку. Отлично. Так, давай. В моем рецепте будет одна столовая ложка. Ну, посмотрим, у кого будет лучше. Ты сколько нужно положить? Две. Давай две. Рецептов, которые существуют в интернете, мы видели клей конторский, вот такой добавляется. Будем добавлять клей? Нет, в этот не будет. Следующий рецепт. Да? Клей пока не добавляем. Вот, я вот таких хочу, вот таких две столовых. Отлично. Таких и все. Дальше что у нас? Подсказывает. А, ну, чайную ложку. Одну. Чайную ложку. Тетрабората натрия. Как сложно называть? Тетраборат натрия. Тетраборат натрия. А куда ложку грязную? Не получается, давай я. Грязную ложку. Я хочу 5 капель. Нет, одну столовую. Давай. В рецепте у Насти будет одна. Вот столько. Вот столько, да? Две? Нет. Две решила, все, две. Так, давай, у меня будет одна. Ты хочешь одну? Да. Сколько? Три. Можно мешать? Еще что-то добавляем? Все? Водичку? Нет, сразу проси. Красить. Вот таких три ложки. Так, давай я вот таких красить. Три ложечки. Даша делает. Я сотен. Вот так. Берем акриловую красочку. Подождите, я еще тетраборат натрия. Все. Тетраборат натрия. Все, ложечка. А как добавлять-то? Палкой? Палочкой. Знаете, палочку? Со снежком. Немножечко, прям на кончик. На кончик? Вот. Вот так. А я вот так. Я
много добавила, да? Мне тоже. У тебя там прям всего много. Запомнила? Теперь начинаем перемешивать. А я 3 вот таких штучки добавлю. Вот так. Может быть, можно, можно перемешивать его ручками, как вы думаете? Попробуем? Нет? Нет, ну палочка либо палочкой. Я еще попробую. Мне не хватает, правда, когда я синий. Пускай у тебя будет нежно-голубой. Какой нежный, красивый цвет, так и хочется его схрямлить.
У мамы пена для бритья. Для бритья. Он вот смотри, немножко забусит ее. Ну, вообще-то она дай, там показывала клип ПВА. ПВА? Да, клип ПВА она там показывала. А сколько там было? Две бутылочки маленькие. Сюда тоже? По-моему, только клип ПВА тоже. А чем мыться нужно? Ну, не знаю, не будем мыться, будет хорошо пахнуть. Ну, я в свой добавлю, который уже испортил. И я в свой добавлю. И у нас из-за этого получилась ошибка. Работает, девочки.
начала работать. Вот эти вот ванны. И вот так вот с изумочком. И вот так вот. У тебя что-то получается, Даш? У меня засохший клей. Какой засохший клей? Очень классный. Почти без цвета, но выходит. Ребят, мы купили вот такие вот коробочки для него. Это мыльница, потому что этим слаймом можно мыться. Не пошла я. Ошибок у нас все-таки получился слайм и как лизун. Слайм. Давайте повторим еще разочек, сейчас все помоем. Потом проба ошибок, мы наконец-то сделали лизун, и мы сейчас вам покажем, как сделать два таких лизуна. Вот тут и лизун, который мы сделали. Сейчас мамочка пройдет, и мы начнем. Нам понадобятся тарелочки. И сейчас мы туда сделаем для гусян. Мне надо встряхнуть. Нам же не пришло. Да. Давай еще разочек. Ставьте ручки. Потом проба ошибок мы наконец-то сделали лизун. Да, наконец у нас получилось. Мы не добавили клей ПВА, добавили канцелярский клей. Этот клей нам не подошел, у нас ничего не получилось. И мыться им, оказывается, нельзя. Почему? Нельзя, у нас ничего не получилось. Наш плохой становится, очень плохой. То есть обратно его в лизун нельзя подмешать, да? Он становится жидкий и разбавляется. Так, это просто лизун. Да. Вот так, я. Давайте заново. Пена для геля для душа, не столовая ложка, три чайные ложечки, чайная ложка. Ну, значит, одну столовую, нет, на чайную. Тогда сейчас Настенька принесет чайную ложечку. Нужны три чайные ложки геля. Так, давайте я на глаз. На глаз? Да. Мне нужно. Я тоже на глаз. Вот как я тут стою. Дальше тетраборат натрия ты добавил? Да. Раз. Где он? Два. И три. Все. Теперь нужно добавить. Ой. Нужно добавить красить. А я кисточку не дала, мы сейчас это перемешать вместе с красителем.
поздно, Настя. Когда ПВА будешь наливать, тогда очень быстро закатаю. Я закатаю. А мне все мешать с краской? Пока мешаешь с краской, ты же еще не добавлял ПВА. Да, не добавляю. Ладно еще. То у вас появится конфет. В конце добавляем. Я еще не добавляла. Ну вот смотрите, у меня было в конце жидкая пена, и из-за этой жидкой пены у меня ничего не получилось. Нужно, чтобы пена была густая. То есть вот эти остаточки жидкие, которые мы выдавливали с Дашенькой. Мне кажется, у Насти получится. У Насти получится, да, у нее там было нет. Ничего, мы с мамой тоже что-нибудь. Не, ну да, какая-то вот штучка. Штучка, штучка. Маленький беленький язычек. Мама белый. Это давай вот беленький. У меня нежно-нежно голубой. Я совсем чуть-чуть добавила. Так, добавлять надо. Вот, посмотрите, какой у меня нежно-нежно цвет голубой. Я нежно-нежно. Смотрите. Дашенька нас любит голубой цвет, а Настенька розовый, да? Не розовый, зеленый. Не розовый. Сколько надо где-то добавить? Еще плюс у нас зеленого нет. А ты любишь красный. Вымешиваем. Где-то 5-10 минут надо вымешивать. То есть не сразу. Руками мешаем. Быстрее мешаем. Мешай, как. Мне кажется, это из клея у тебя получилось. Немного давай. Ага. Ой, ты вся усыпнячилась. Давай я помогу. А мне клея надо скорее, мам, еще. Мешай, 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 лучше, лучше. Все, перемешивай, межмякай его. Да. Мне должен добавить. Жмякай, жмякай. Ну ничего уже страшного, что ж ты. Постираем все. Всю жидкость. А у меня гадостью. Какой? Красочной. Ну все, не забирает тут вот это все густое и начинает долго мять. Ну, забираю. А ты пособери пасеночку. А мне надо вот это краски добавить. Он совсем белый. Он белый, краска на него не идет, как и в прошлый раз. Когда у меня не получилось, я заметила. Когда вот так. Вымешивай. Мам, так у меня тоже была какая-то штучка такая же клейная. Давай. Я пока помою тарелочки, а девочки вам покажут, что же у них получается. Настенька, мне вот. Маму, вон, я носом тыкну. Поближе к камере, покажи, что у тебя за штучка. Вот такая вот штучка, она еще не домешана, я ее домешиваю. А, у меня как она? Домешиваю. Мне нужно вместе с этим. Она пока что липнет к рукам, но когда ее замешаешь хорошо, хорошенько, он липнет. А потом нужно помыть руки тщательно. Прям капельку, самую малость.
знаем, что получилось. Тыкнуть. У меня я еще не могу. У меня, короче, тоже получится. Я ухожу с кадра. Видите, какая парень будет у мамы? Ой, нам будет крутой причем. Он беленький и маленький. Почему? Потому что в этой ложке еще был вот этот вот. Ложка была вот эта. Попробуй. Вот, капельку. Я не все добавила. Назад туда перейду. Буду мешать. Уже еще так, вот. Твердеет? Да, что-то вот. У тебя даже получилось что-то? Да, вот. Мы тут запачкали все платья, да? Я в стирку. Ну что, Настя, лучше? Лучше, да. Вот оно. Ну-ка. Вот то, что получилось у тебя. Вот, все, то, что получилось у тебя. Все, спрятали. Мы хотим поделиться своими впечатлениями, что у нас получилось. Они очень классные. Это называется слаймы, да? Мама, в первый раз у мамы получился вот такой слайм, а во второй вот такой. Класс. Она его мне отдала. Даже мне интересно с ним играть, а как уж детям думайте сами. Такой классный. Очень похож на... вот он мой получился. Очень похож на серию ниндзя, которая продается в Леонардо. Ниндзя слайм. Да, ниндзя слайм похож на такой слайм, который мы покупали. Нет, он совсем не пахнет. Вот этот похож. Чем? Похож, он у меня вообще лизун получился. Ты получился тягучий лизун. Еще получилось. Ну, теперь мы точно знаем рецепт. Точный рецепт. И рассказываем его. Первое, что нужно. Давай, Настя. Пена что первое? Для бритья. Пена для бритья. Желательно какой фирмы? Джилет. Второе. Второе нам нужно тетрабарат натрия, продается в аптеке. Третье. Ой, каплейки. Третье это каплейки. Какой красивый. Третье нам нужно будет краски акриловые или пищевой краситель. Мы красим. Не краски. Акриловыми красочками. Не краски, мы забыли. Гель для душа. Четвертое. Гель для душа мы брали. Фа. С ароматом граната. Ну? Не граната, а грейпфрута. Грейпфрута.
ароматом грейпфрута. И на самом деле у моего слайма аромат грейпфрута. А у меня клей. Поэтому запах зависит от запаха геля для душа. А здесь тоже. У тебя запах слайма зависит от запаха геля для душа. Вот на клей. Вот сейчас я могу быть прозрачной. Так, что еще? Водички. Можно ложечку водички. Моя была вода. И вот такой. И клей ПВА. Вот на такой вот упаковочку клей ПВА маленькую. 50 граммов. Можно любую. Обязательно оставим рецепт в описании. Попробуйте приготовить. И так изготовить. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Лена Арт. Да. Только уже это был канал Лена Арт с детьми. Классно. Пока. Все помаши, девчонки. Если работать с детками, то обязательно испачкаетесь, так что одевайте старую одежду. Нам пришлось мыться, купаться, стирать одежду. Ну, давайте все вместе скажем. Пока-пока!